بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, мы приветствуем вас на передаче «Исламское право». Мы с вами говорим о положениях относительно хумса, и сегодня мы с вами обсудим выплачивание хумса с военных трофей. Говорится, что если мусульмане по приказу безгрешного имама из рода посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, будут вести войну с иноверцами и при этом захватят на этой войне трофеи, то в данном случае с них необходимо будет выплатить хумс. Но, естественно же, прежде выплаты хумса необходимо вычесть расходы и издержки на хранение и перевозки этих трофеев. Так как вы потратили деньги для того, чтобы перевести этот трофей, оттуда надо будет вычесть, скажем так, эту сумму денег, а потом уже выплатить хумс с данных трофеев. Говорится, что если мусульмане с дозволения представителя безгрешного имама начнут войну против иноверцев и захватят на этой войне трофеи, то согласно обязательной предосторожности в этом случае с них также необходимо будет выплатить хумс. Говорится, что в наше время в качестве трофеев захватываются такие виды оружия, как танки, пушки, которые не используют, естественно, в личных целях каждого отдельного солдата. В данном случае религиозный законовед и руководитель мусульман могут сразу же передать их в распоряжение мусульманской армии, чтобы мусульманская армия, как говорится, использовала эти виды оружия, танки или пушки. Говорится, что мусульмане имеют право завладеть имуществом иноверцев, находящихся в состоянии войны. Мы еще раз говорим, мы говорим сейчас о состоянии войны. Мы здесь не распространяем терроризм и так далее. Это запрещается по исламу. Но если вдруг так получилось, что произошла, допустим, скажем так, война с иноверцами, то в исламских книгах говорится, что как надо поступать и что вам принадлежит и так далее. Говорится, что если, допустим, вы овладели этим имуществом, естественно, во время войны, в этом случае мусульманам надо выплатить, как говорится, хумс данного имущества. Дальше говорится, что военными трофеями, которые облагаются хумсом, являются лишь те трофеи, которые можно переносить с места на место, то есть которые передвигаются. После выплаты с них хумса они остаются имуществом солдат, то есть тех людей, которые именно, как говорится, сражались. Земли, доставшиеся мусульман после войны с иноверцами, являются достоянием всей мусульманской общины и не принадлежат какому-либо мусульманину в отдельности. Дальше говорится, что если, допустим, группа мусульман совершит агрессию против, допустим, другой группы мусульман, то необходимо остановить, естественно, агрессоров в этом случае, при этом склонив как бы этого агрессора к мирному регулированию конфликта. Хорошо, что если в таких ситуациях мусульмане захватят друг у друга, допустим, военные трофеи? Имеют ли они право считать их своим имуществом? Конечно же, они не имеют права считать их своим имуществом. Естественно, это за исключением предметов, которые могут послужить причиной распространения разврата или продолжения агрессии. Если есть такие предметы, то эти предметы с дозволения, естественно, шариатского судьи, то есть с дозволения мучтахида, должны остаться в распоряжении захватывающих их мусульман, то есть захвативших их мусульман, а затем уже должны быть использованы уже в благих целях. Хорошо, дальше. Также нам надо выплатить хумс с земли, которую иноверец покупает у мусульманина. А если говорить более точно, то вы знаете, что представители, допустим, многих религий живут в исламском обществе и соблюдают все отношения к ним шариатского предписания.
Если такой иноверец купит у мусульманина, допустим, землю, то он должен будет выплатить хомс с этой земли. То есть иноверец купил у мусульманина землю, этому иноверцу надо выплатить с этой земли, как говорится, хомс. Говорится, что если иноверец, живущий в исламском обществе, купит землю у мусульманина, а потом продаст ее другому мусульманину, то с него не снимается обязанность выплаты хумса. Опять, несмотря на то, что он уже продал, то есть он купил у мусульманина землю, потом продал мусульманину, несмотря на то, что он продал эту землю мусульманину, все равно ему надо будет выплатить вот этому иноверцу, как говорится, хумс. Также, если иноверец покупает, допустим, если иноверец покинет этот мир, и мусульманин наследует от него, допустим, землю. Как быть в данном случае? В данном случае этому мусульманину надо будет, согласно предосторожности, выплатить хумс. Говорится, что если в момент покупки земли, допустим, иноверец поставит условие, что он не будет выплачивать хумс, или, допустим, поставит условие, что хумс выплатит продавец-мусульманин, то данное условие является недействительным. И он сам, этот иноверец, должен выплатить хумс. Но если, допустим, он поставит условие, что продавец, допустим, выплатит, скажем так, вместо него некоторое количество хумса, то продавец должен будет соблюсти это условие. Допустим, как говорится, он поставил условие, чтобы не полностью сам мусульманин выплатил, а часть, допустим, мусульманин, а часть выплатит он. То в данном случае это условие надо соблюсти продавцу, допустим, продавцу-мусульманину. Он должен половину выплатить, допустим, одну часть, а другую часть выплатит он. Хорошо. Если, допустим, говорится, что мусульманин без намерения продажи земли сделает ее собственностью иноверца, допустим, он не сделал намерение, то, что он продает, но он сделал ее собственностью иноверца, но не с намерением того, что продал ее, а с намерением того, что взамен что-то взял. Обратите внимание, здесь речь идет о намерении. То согласно обязательной предосторожности, иноверец все равно должен будет выплатить хумс с этой земли. Это то, что касалось хумса с земли, которую иноверец покупает у мусульманина. То есть мы с вами в течение нескольких передач обсудили то, что хумс нужно выплачивать с нескольких вещей. И мы сказали, что этих вещей 7. Первое мы сказали, это с полученного дохода. Второе – с месторождения, третье – с найденного клада, четвертое – с дозволенного имущества, смешанного с запретным имуществом, пятое – с драгоценностей, извлеченных из моря путем ныряния, шестое – с военных трофеев, седьмое – с земли, которую иноверец покупает у мусульманина. То есть эти 7 мест, вещей, с них надо выплачивать хумс, естественно, соблюдая все те условия, которые мы с вами обсудили. Теперь мы с вами будем говорить о других положениях, которые относятся к использованию хумса. Говорится, что хумс необходимо разделить, насколько вы знаете, на две части. Одна часть хумса принадлежит безгрешному имаму, да будет мир ему и всем имамам. А другая часть принадлежит саидам, то есть потомкам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям. Хорошо, как мы их должны тратить? Говорится, что часть хумса, которая принадлежит безгрешному имаму, в наше время необходимо отдавать справедливому религиозному законоведу, то есть мучтахиду. Вы должны отдать, как говорится, это мучтахиду. Религиозный законовед будет использовать, как он будет использовать? Он будет использовать, то есть вот этот хумс, который ему давали, во благо исламской общины, особенно для поддержания религиозно-учебных заведений. Допустим, люди учатся, мадрасы разные, и мучтахид выделяет эти деньги на то, чтобы, скажем так, это мадрасе, оно, как говорится, процветало, и приобретали книги для этого мадрасе и так далее. Хорошо. Говорится, что часть хумса, принадлежащую саидам, необходимо отдать неимущим саидам. Но здесь есть разногласия. Надо ли отдавать сначала
мучтагиду, чтобы он сам распределил? Или все-таки можно, допустим, самому распределять? Естественно, вы здесь должны спрашивать своего мучтагида. Есть часть мучтагида, которая говорит, что надо, чтобы ты мне отдал. Другие говорят, что нет, мне не надо отдавать. Сам можешь распределить и отдать, допустим, саидам, как говорится, неимущим. Ну, согласно обязательной предосторожности, как некоторые это говорят, надо отдать справедливому религиозному законоведу. И если вы, допустим, захотите даже отдать саиду, то надо спросить разрешение у религиозного законоведа. Хорошо. Говорится, что ту часть хумса, которая принадлежит безгрешному имаму, с разрешения религиозного законоведа дозволяется расходовать на строительство мечети. Допустим, вы можете ту часть, которая принадлежит имаму, допустим, расходовать на строительство мечети, больниц, учебных заведений и другие благие деяния. Вот. Ну, естественно, здесь опять же, да, эту часть вы не можете сами расходовать. Вам надо дать мучтагиду. Если, допустим, мучтагид вам разрешит, допустим, использовать в этих целях, это другое дело. А так, по идее, вы должны отдать эту часть мучтагиду, который принадлежит имаму. А то, что сказать саиду, я уже сказал, здесь есть разногласия. Но, опять же, вам надо будет спросить разрешение у, как говорится, своего мучтагида, чтобы пойти, как говорится, давать, допустим, тем саидам, которые вы знаете, которые нуждаются в этих деньгах. Говорится, что некоторые люди являются должниками по выплате хумса. Допустим, он должен выплатить хумс. Так получилось, что ему надо было выплатить хумс, но он не выплатил этот хумс, он является должником. Такие люди могут договориться с религиозным законоведом или его представителем. И после его разрешения выплачивать по частям задолженность по хумсу. Допустим, мучтагид разрешил, говорит, что да, ты можешь мне, допустим, по частям выплачивать. При этом вам необходимо уже по частям отдавать этот хумс. Как уже было сказано ранее, часть хумса, которая принадлежит саидам, согласно обязательной предосторожности, нельзя отдавать саидам без разрешения религиозного законоведа. В принципе, мы это уже сказали. Если говорится, что часть хумса, принадлежащая безгрешному имаму, без разрешения религиозного законоведа будет использована на какие-либо цели, то это использование не будет считаться выплатой хумса. Допустим, вы ту часть, которая, допустим, принадлежит саиду, ваш мучтагид разрешает давать, допустим, саидам, да? Вы сами отдали. А часть, которая принадлежит имаму, вы не отдали религиозному законоведу, а сами потратили, допустим, также на какие-то исламские цели. То говорится, что в данном случае это не считается, не будет считаться выплатой хумса, то есть вот эта часть. Но если, допустим, религиозный законовед вам разрешит, скажет, что он ничего страшного, правильно сделал, то в данном случае нет ничего, как говорится, предосудительного. Хорошо. Дальше. Говорится, что некоторые люди имеют большую задолженность по выплате хумса и не в состоянии выплатить, естественно, этот хумс. Религиозный законовед может простить подобным людям выплату той части хумса, которая принадлежит безгрешному имаму. То есть та часть, которая принадлежит безгрешному имаму, он может ему простить. Это, естественно, зависит от уже, как говорится, мучтагида. Хорошо. Уважаемые братья и сестры, к сожалению, наше время подошло к концу. Мы с вами вынуждены попрощаться. Здесь остались некоторые положения, которые мы с вами не обсудили. Но обязательно обсудим на следующей передаче. И я думаю, что следующая передача будет последней передачей по обсуждению вопроса о хумсе. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد